Знаете, почему-то принято, что русские, белорусские музыканты играют только музыку наших стран. Мы считаем, что показать уровень оркестра, уровень молодых дарований можно и на тех классических вещах, которые являются эталонами в мировой культуре. Один из таких эталонов – это концерт Мендельсона. Сегодня у нас будет прекрасная солистка Цой Сипёль. Она является как россиянкой, так и кореянкой. И представляет сегодня, наверное, нашу школу игры. Научится у Эдуарда Грача. И эта музыка показывает ту степень и проникновение в классику, которую Россия и Беларусь вот уже пествуют на протяжении 2 столетий. И в этой культуре, в этих произведениях мы достигли очень высокого уровня.